много болтала, так и не доем никак. Отставной. Козы, козы барабанщик. Левой голове, левой рукой не прикладывают, по-моему. Швей. Девочки, ничего себе, это откуда такие перчатки? Ну, вот это. А вы думали, как у нас это самое, театр. Вот это дама. Ольга, а вы посмотрите. Ида, ты идите красиво. Очень тихо. Объявляем аукцион. Угу. Что здесь, я не знаю, но руку запускаю. Кто захочет это взять, расскажи мне. Ну, не слово «б». Да, рядом. Начинаем. Так, кому эту вещь? Кому эту вещь? А что надо рассказывать? Нет. Надо сказать мне и всего лишь, кто хочет взять эту вещь. Угу. И расскажи мне. Мне. Все, иди выполняй что-нибудь, танцуй, стихотворение рассказывай, анекдот рассказывай, все, что хочешь. Ну, надо было все, хотя бы приготовиться. Да вот у тебя костюм уже. Да, у тебя костюм, ты можешь расстрелять кого угодно. Подожди, ты хромаешь, ты же солдат. Мы юные кабалисты, и про нас были некири чистые, ведут рассказ о том, как ночи ясные, о том, как дни ненастные. Мы смело, смело пойдем. Потом тихо. Все, видишь. Спасибо, спасибо. Так, вы получаете. Если это вдруг не ваш размер, вы можете поделиться. Мой любимый размер. Мой любимый цвет. Мой любимый цвет. Так, если это не мой размер, то... Вы можете носить вдвоем. Делись. Один в одну гач, другой в другую гач. Если что-то у нас никому не подойдет, у нас пойдет сюда, на усы. Хорошо. Ну, пока я попридержу, а потом мы это самое... А вдруг я вырасту? Да, вдруг я... достигну необходимого размера. Так, следующая вещь. Кому? Мне. Так, слушаем. Что? Наоми. Не заработала, не заработала. За штанами. Или танцевать, или петь, или анекдот, или стихи, или что? Да, надо что-то делать. Да, надо заработать. Давайте петь не умеют, тогда нога болит. Так, что мы наблюдаем? Ну тогда только стихи петь. Давайте. Я вас любил. Свои прочитай. А, у нее свои. Замечательно, свои лучше всего. Про женщин. Не верю я, что звезды угасают, что все белеет, даже души рек. Есть женщины, которых не бросают ни нынче, ни вчера, ни через век. За что их любят горько, безоглядно, за свет души, за ум, за красоту. Их любят так, что не играют в прятки, и все им отдают на чистоту. До шепота, до вздоха, до кровинки, до той последней грани, до глотка. И две души, две разных половинки. Забыла я? Тра-т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 а. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Thank you.
магической столовой вошел дракон семиголовый. Он хором «Здравствуйте!» сказал и, улыбаясь, заказал. Для этой головы, пожалуйста, халвы. Для этой пасти прочие сласти. Для этой головки перловки. Для этой глотки селедки. Для этой башки пирожки. Для этой рожи тоже. А для этого личика два сдобных куличика. Что еще? Лимонада бутылку, 7 салфеток, ножик и вилку. Браво! Получите ваш фантик. Спасибо. Ваш фантик. А кто автор-то? Да, помню. Жизнь сама подбрасывает темы, как у всех. На радость или беду мою. Есть в ней и пробелы, и проблемы. Есть минуты счастья и страдания, и могилы близких на погосте, и любовь в ней есть, и понимание, нет лишь чувства зависти и злости. Браво!